Инициативы президента, высказанные почти год назад Федеральному собранию представителей ОНФ, удовлетворяют. А вот исполнение части из них оставляет желать лучшего. Отставание, говорят общественники, сразу по нескольким позициям. Все, что связано с социально-экономическим развитием, у нас же предполагается плановое строительство, учреждений здравоохранения, образования, учреждений спорта. У нас идет дорожное строительство, и вы прекрасно понимаете, что в этих условиях достаточно сложно реализовать. У нас сегодня общая экономическая ситуация достаточно сложная. Однако причины, говорит Ирина Козлова, объективны. Основная из них – подорожание стройматериалов. Тем не менее, это не предопределяет долгое исполнение указов. Также участники ОНФ подготовили перечень собственных предложений для местной власти. Они разделены более чем на 10 тем. Там речь касается завершения объектов благоустройства в городе Бийске, да, то есть определения ответственного лица хозяйствующего субъекта по парку юбилейному, который будет благоустраиваться в следующем году. Это вопросы перспективные в части, как я говорил, кадровой политики в системе здравоохранения и вопроса перспективного, да, по строительству инфекционного госпиталя. Обсудили и важность кадровой политики в медицине. По словам Ирины Козловой, качество помощи изменилось, но специалистов все еще не хватает в первичном звене оказания помощи. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.